Совсем стало темно. Если я признаться, не ожидал я, что тот заезд уже был на время. Я типа тренировался, ну, в итоге получилось хрен знает что, да. Попробуем сейчас что-то показать. Тем не менее, в своих способностях за три раза что-то ощутить, поймать какой-то момент, честно сказать, я в них особо не верю, да. Я в них не верю, потому что, ну, нужно тренироваться. Нужно тренироваться, нужна практика. Первый раз приехать, всех победить, ну, это было бы нелепо. Так что посмотрим, смогу ли я что-то сейчас показать, когда ни черта уже не видать, не знаю. Освещения тут явно не хватает, поэтому аккуратно, можно что-то там сейчас исполнить. Посмотрим, посмотрим, попробуем ощутить момент. То есть непонятно для меня момент, конечно, этот поворот. И все время промахиваюсь и улетаю. Вот как сейчас, да, чувак тоже мимо прошел. Еще неудобная очень тема. Все, у меня готово к поездке. В принципе, я готов. Даже вот так сделаем. Что дальний, что ближний, что дальний, одно и то же. Он себе под нос светит, надо будет настраивать фары, конечно. Сразу вторую будет проще. Поехали. Абсолютно шлифованный тот лед, голый причем. Где этот конус сраный? Вот он где-то здесь. Я тут просто приторможу, потому что я все время в него не попадаю. Дадим чуть газку, газку, газку. Может, сейчас попадем. Попали. Теперь поехали дальше. Бабах, да, это, конечно, убийственная гонка для подвески. Ну ладно, будем надеяться, что справится. Где-то вот здесь надо аккуратно проходить, я очень аккуратно, потому что тут совершенно бессмысленно что-то исполнять юзом. Зацепились и вышли. Молодец, я справился. Я крут. Ну, пробой был неприятный, бабах прям. Поставим газовые амортизаторы. Я думаю, будет лучше. От него, наверное, воткнуть. Фу, все, справился, молодец. Так, перебазировались на спринт. Попробуем показать что-то здесь. Опять же, не знаю, ночь, ни черта не видно. Какая-то непонятная ледовая дрянь под ногами. Куда там ехать, как там ехать, хрен его знает. Закроем дверь плотнее. Мне кажется, там самые ушлые могут в конце тупо срезать все эти конусы. И все. Да? Пока лучше фары приглушить. Ну, видимо, что мне ослеплять. Толк там едет. Все, у него там донос это место. На этот вообще не знаю, как на эту гору заезжать. Ужас какой-то просто. Жесть какая-то. Просто жесть. Хотя бы попытался.
Да, это дно просто. Но мы отыграемся, я верю. Где эти долбанные хрени? Вон они. Передачу не меняю, мне нужно это вообще. Просто аккуратно заправляюсь и все. Здесь чудо место это. Просто конченое, я бы его назвал так. Но я заеду, я справлюсь. Замаживаем, поворачиваем. Где поворот? Я не вижу его. Где-то здесь. Молодец я, проехал. Завафлил, конечно, жутко, но... Понятно, почему у итальянцев ключ здесь, чтобы вот когда такой факап, сразу показать нужный результат. Ох, дно, дно. В этот раз я не залошил. Ну и пробуем проехать. Никаких скольжений, все будем делать очень аккуратно. Нет смысла тут вообще ничего крутить так, чтобы было скользко. Вообще никакого смысла. Абсолютно. Просто нет. Вот так вот проезжаем аккуратно. И вот здесь вот даже просто вот закатываемся. Все. Молодцы. Ну, знаете, остается только результат. Свет надо перенастраивать, что-то вообще ни черта не видно. Поднос, конечно, хорошо светит, но дальше ни хрена.